Нашли чайку, на море прогуливались, проходили, еще думал, мертвая птица лежит. Жене говорю, что там мертвая птичка. Прошли обратно, возвращаемся, она уже в другой позе лежала. И жена уже заметила, говорит, вроде мертвая. Я поворачиваю, она такая, клюма чуть пошевелилась, лежала на спине. Подошли, она вся в крови была. А где нашли, в каком месте? Ну, это в Находке. После города Находки. А как давно, не можете подсказать? 2 недели. Да, 2 недели где-то так. 2 недели. Вручную ее откормили. Вроде как она, ну даже когда купали, она на спину падала. Даже подняться не могла. Ну сейчас вроде как пытается уже летать. Марта в Приморский сафари-парк привезли чайку. У нее была небольшая ссадина на левом крыле. Ее обработали, также провели профилактическую дегельминтизацию. На данный момент чайка находится вот в этом помещении.